Весна, весна, пора любви. Как тяжко мне твое явление, какое томное волнение в моей душе, в моей крови. Неспроста весна – одно из самых любимых времен года. На ум приходят стихи классиков, и все обретает свой истинный смысл. А давайте узнаем у жителей нашего города, какие стихи они помнят наизусть. Лука, море, дуб зеленый, золотая цвета на дубе том. И днем, и ночью кут ученый, все ходит по цепи кругом. И все, это единственное, которое свое стихотворение я знаю просто. Сергей Есенин, письмо женщине. Вы помните? Вы все, конечно, помните. Как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем и ночью кот ученый, все ходит кот с пикровом. Спасибо. Белая береза под моим окном накрылась. Ну что, все рассказывать его? Еду тихо, слышу, как же там топот из... На пушистых ветках белую каймой перенакрылись листья белой бахромой. Ой, я не буду, можно я не буду? Лукоморье, я не знаю, мне стыдно. Ну, мне не хочу лукоморье. Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем и ночью кот ученый. Я читать не особо люблю. Я как-то вожу машины. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Сжала руки на темную вуалю. Почему ты сегодня бледна? От того, что я терка печали, напоила его до пьяна. Ночь, аптека, улица, фонарь, бессмысленный тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Оказалось, у многих жителей нашего города остались в памяти со школьной скамьи любимые стихотворения, а многие просто любят провести время за чтением классиков. Стоит гордиться, что мы живем в таком культурном городе. Смотрите наши опросы на телеканале «Саратов-24» в утреннем шоу «Автопилот».